Тысячи сторонников свергнутого президента Египта Мохаммеда Мурси откликнулись на призыв братьев-мусульман устроить так называемую «пятницу гнева», чтобы продемонстрировать свою силу. Десятки тысяч человек вышли на улицы Каира и других египетских городов, протестуя против свержения президента-исламиста, отмены конституции и жестокого разгона лагерей своих сторонников два дня назад. В Каире сторонники Мохаммеда Мурси собрались на площади Рамзес, так как площадь Тахрир заблокирована полицией. По сообщениям международных агентств, участники марша гнева атаковали полицейский участок, расположенный в этом районе, закидав его бутылками с зажигательной смесью. В ответ из полицейского участка началась стрельба. В толпу полетели заряды со слезоточивым газом. Столкновения с полицией прошли и в других городах Египта. В городе Исмаилия полиция застрелила 4 сторонников Мурси. В городе Танта, к северу от Каира, демонстрации также обернулись насилием. Обстановка в Египте начала накаляться со среды, когда в Каире силовики начали операцию против лагерей сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси. После ожесточенных столкновений в стране были введены режим чрезвычайного положения и комендантский час, а военные получили разрешение применять для самозащиты и защиты основных государственных учреждений боевые патроны. По данным Министерства здравоохранения страны, число погибших в ходе столкновений составляет около 600 человек – тысячи человек ранены. Братья-мусульмане утверждают, что число погибших в разы больше, а правительство скрывает настоящие данные.